Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в 34-ю часть летсплея по игре Террария. Ну, так, сначала начнем с очень приятных вещей. Начнем с того, что я нашел два летающих острова и не могу вам их не показать. Вот тут я зачистил площадку, может быть, вы заметили. Так, сейчас мы идем на эти острова, я их еще не открывал, специально заснял серию, как я буду открывать сундучки в этих островах. Сейчас мы туда добежим. Так, ключи. А, ключи есть. Плюс я решил никакие, ну, эликсиры, ничего не взламывать. Я решил просто буду делать фермы, сажать в горшках цветы. Все это вам показывать очень наглядно и подробно, чтобы все понимали, как это все делается. То бишь, у нас будет где-то серии летсплея около 100, я думаю. Может быть, даже и более. Потому что я вам хочу полностью показать все фермы, почти все виды выращивания цветов, потом помидор... Этих грибов, потом еще чего. Ну, эти фермы слизней, как вы уже, может быть, знаете. Ну, я покажу... Можно сделать такую мега-супер ферму, можно такую простенькую. Я покажу, как простенькую сделать. У меня она, кстати, сейчас уже сделана. Я вам ее покажу сейчас. Ну, для начала я не могу не похвастаться своими летающими островами, которые я так нашел. Так что сейчас мы их откроем. Я надеюсь, в них что-то будет полезное. А, кстати, я еще на конце нашего мира с левой стороны нашел... Этим. Флайпер. Это ласты, на которых можно плавать под водой. И можно не просто прыгать и летать, а доплывать на какой-то не был глубине, выплывать на поверхность. Так, сейчас мы добежим до летающего острова. Что-то долго очень. Должно было быть гораздо быстрее. Их там два. Ага, вот первый. Откроем сейчас сундук. О, как видите, тут есть ключик. Я его еще не открывал. Опля. Star Fury. Не сильно крутой меч. Ну. Что-то такое. Он как он звездами мочит. Ну и при этом он отнимает ману. Ну, пойдет. Так, вот еще один. Так, сейчас надо долететь до него. Опа. Угу. Так, смотрим. Тоже вот не открывал я. Опа. О, тут подковка. Да, ожидал я что-то другое. Например, я акваланг думал выпадет, но ничего не упало. Дорожку я тут строил? Да, строил. Но дальше я там ничего не нашел. Так, это все хорошо. Теперь надо вернуться домой. Возвращаемся. Сейчас я покажу ферму слизней. Так, вот она. Ой, да вниз лучше не падать. Вот смотрите, клац. Их просто пронизывает эта штучка. Можно было вниз лавы налить, так было бы намного эффективнее, но так прикольнее, мне кажется. Вот эти штучки я насобирал в данже и поставил их. Потом можно зайти забрать просто гель. Так. Ну, это все, конечно, хорошо. Но еще я хотел насобирать этого хеллстоуна, чтобы уже сделать полностью все шмотки. Чтобы уже было полностью весь сет, и потом уже можно убивать стену плотином. Падаем вниз. Это факела. А, во. Так.
провод какой-то. Ловушка, походу. Угу. Или что-то. Только я не знаю, зачем она тут. Тут, наверное, камень был. Теперь его нет. О, интересно. С этим падаешь. Ой, с кусачками. А вот еще что мне надо. Мне надо еще железо для зелий. Без железа это довольно проблематично. Ага, вот тут слизняк уже. Так, нам немного надо холстоуна, так что сейчас мы быстренько его добудем. Мы сейчас сделаем вот так. Можно было сделать бы зелье. Я правда что-то слабенько помню, как оно делается, но одно и то же там не сильно сложно. Еще монстр. С них, кстати, книжка падает, которым они оружием стреляют. И она, кстати, очень неплохо бьет. Стенку плоти хорошо убивает. Так. Ух ты. И вот он еще, этот кукла Вуду. Что-то я помер. Извиняюсь. Не посмотрела что-то на лаву. Сколько там собрали? 25, это, наверное, не хватит, хотя возможно все. Чуть не понял, 26 что ли надо? Или а, ватской надо делать. Или нет? Фу, как-то странно. А, надо же этот обсидиан, я забыл. Где он тут у меня? Обсидиан. Что-то его нету. Так. Тут странненько, куда-то он делся. Блин. Ага, вот он, нашел его. Так, сейчас глянем. Ой, еще 6. Так, еще в каком-то сундуке мне эти холстоновские. Вот эти слитки лежат. Надо тоже их найти. И забрать. А вот они. Вот теперь уже можно сделать весь шмот. Опять же по этой схеме с багом. Вот так вот. Так. Топор. Лук нам не нужен. 36. Вот можно меч сделать. Меч хорошо бьет. Так, все отлично. Теперь надеваем этот шмот. И радуемся. Так. Все прекрасно. Вот. Если убрать прическу, эффект вот такой вот получается. Сапоги огненные, по-моему. А, не. Так. Еще можно сейчас забрать слизь. Ну и все, в принципе, мое видео подошло к концу. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, до свидания.